Раз, два, прыжком, три, четыре. Небольшой, но очень приятный сюрприз организовали для своих детей сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям. В силу профессии папам в погонах не всегда удается уделять много времени и внимания малышам. Наверстать упущенное они решили, проведя небольшую зарядку для детей на территории части. Получилось весело и интересно. В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» празднуется, знаете, что в Республике Беларусь празднуется День Отца, и мы со своими детьми проводим, присоединяемся к челленджу, который запущен ПРСМ, и проводим физическую зарядку со своими детьми. По своему первому образованию учитель физкультуры, закончил учет физического воспитания и знаком с физкультурой не понаслышке. Очень приятно мне, что у меня мальчики, с которыми я провожу очень много времени, очень-очень-очень вспоминаю свое детство, когда отец не мог позволить со мной проводить столько времени, сколько с детьми, и я, наверное, компенсирую это на своих детях. Сотрудники МЧС, как никто другой, знают, как поддерживать себя в хорошей физической форме. К этому обязывает профессия. Спорт и здоровый образ жизни у них уже привычка, которой они с удовольствием приучают детей. А те, в свою очередь, рады дополнительным эмоциям и возможности еще одно мгновение побыть в компании близких им людей. Я со своей семьей занимаюсь спортом, бегаем по выходным. Я занимаюсь гандболом, мне это очень интересно, увлекательно. Меня это развивает. Ну и в завершение экскурсии по территории части, знакомство с обмундированием настоящих спасателей и пожарной техникой. Подержать в руках огнетушитель и пожарный рукав, надеть костюм – все это не просто развлечение. Это знакомство с тем, что входит в привычный уклад жизни их отцов, которые, несмотря на сложность работы, всегда знают и помнят, кто их с любовью и теплотой ждет дома. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «БукТВ».